Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Но перед началом просмотра, ребятки, не ленитесь и, пожалуйста, поставьте мне свой лайк, а также подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. Ну а мы продолжаем играть с вами в крутейшие игрушки. Но первая игра, в которую мы поиграем, называется Sharpen Blade. Я уже ранее играл в эту вот игру, друзья, остановился на 14-й миссии. Давайте постараемся ее пройти. Ну, короче, управление здесь довольно-таки простое, и игрушка очень залипательная. Ребята, получается, что мы с вами вычесываем оружку. Да, вот оружку мы вычесываем вот таким вот образом. Все красиво делаем. И еще вот тут вот нужно подпилить немножечко. Так, идеально. Все, и начесываем наш топорик. Смотрите, что получилось. Та-дам! Вот такая вот секира классная, да? Так, и мы теперь можем этого чувачка, в принципе, смотрите, порезать на части. Так, давайте мы его полностью улучшим и вот так сделаем. Бэм! Та-дам! Да, на куски порезали. Ребята, вы в свою очередь... Предлагайте в комментариях какие-то прикольные игрушки, я обязательно в них буду играть. Давайте постараемся вычесать следующий какой-то предмет. Это у нас нож. Ой, еще довольно-таки прикольный ножичек, мне кажется. Так, аккуратненько его вычесываем. Я уже, по-моему, когда-то играл что-то подобное, в подобную игрушку, которая называлась, по-моему, что-то Wooden, как-то так вот. Но там нужно было все вычесывать из дерева, а здесь... Все из металла получается. Но, друзья, управление вообще безумно простое. Вы можете эту игрушку скачивать. Она в бесплатном доступе. Не то, что как бы я ее рекламирую, но реально прикольная игра. Так, давайте мы улучшим этого персонажа прям по максимуму. И мы его постараемся разрезать с вами. Ай, стоп, сменить предметы. Ну ладно, давайте тогда разрежем эти предметы. Мне, в принципе, не важно, что резать. Это, ну что вообще за компьютеры какие-то были прям сверхтонкие. Либо это просто были какие-то, не знаю, доски, да? Ладно, друзья, давайте тогда вычешем еще один последний предмет. Вот этот вот. И будем открывать следующую игру. Ну, возможно, кому-то эта игрушка не понравилась. Он смотрит прям ее через силу, ждет там какую-то другую игру. Поэтому, ребятки, я долго на одной игре никогда не задерживаюсь. Так, сейчас быстренько еще вот этот вот счешем уголочек. Так, та-дам, тут отлично. И все, смотрите, красота. Так, начешем сейчас наш топорик. Оп-оп-оп-оп-оп. Все красиво. И сейчас бу-бум. Смотрите, что получилось. Вообще круто. Так, бокальчики мы можем с вами прокачать. Мы сейчас просто будем их разрезать. Давайте полностью прокачаем все бокалы. И еще верхний. Так, отлично. И вот так, друзья, с вами черканем. Смотрите. Бэм. Блин. Нужно было вот так вот перпендикулярно, да, вертикально все сделать. Ой, горизонтально. Тогда мы, друзья, бы точно бы побили бы больше стаканов. Ладно, закрываем эту игрушку, открываем другую. И это, друзья, у нас Tactic War. Первая миссия. Погнали. Сейчас будем с вами, друзья, разбираться, что нам нужно сделать в данной игрушке. Пожалуйста, будьте терпеливыми и завершите обучение. Чтобы построить новую базу, нажмите на... сюда вот. Хорошо. Так, теперь патроны. И что теперь? Первая волна пошла? Угу, мы можем это все ускорять. Смотрите, тогда они быстрее еще пошли. Отлично, пусть идут быстрее. И сейчас эта штука будет сама стрелять, получается, в них, да? Я так понимаю. Да, реально, ребятки, она сама стреляет. По 3 доллара мы с вами зарабатываем. И сколько на нас чуваку пойдет? А, 13 волн будет, ничего себе. Да, видите, вот новый участок земли. Я думаю, что мы сейчас его с вами и выберем. Так, дальше. А, еще какие-то чуваки пошли. Так, мы можем с вами прямо вот сейчас достраивать? А, нет, наверное, что не хватает пока что, друзья, у нас денежек, чтобы мы с вами поставили себе какую-то вторую пушку. А сколько нам нужно денежек для второй пушки, вот интересно. Так, пришло время улучшить нашу пушечку. Так, хорошо, давайте мы ее тогда улучшим. Оп, все, есть, смотрите, теперь как она валит, ребята. Она валит еще сильнее. То есть, получается, мы поставим с вами вот сюда, сюда, сюда и сюда. 4 пушки всего-то нам себе можно поставить, да? А, я думаю, что потом можно вырубывать как бы эти леса и все такое. О, а чувак-то щитом уже был, ничего себе. Ой, ребята, так, а я могу поставить еще что-то? Так, я хочу еще поставить... Так, похоже, что враги слишком сильные. Теперь нажмите на дрова. Ну, хорошо, давайте теперь нажмем вот сюда вот. И что это за яма? Они что, сейчас все в яму попадают, ребята? Да, походу, что так и случилось. Так, а деревья мы с вами рубить можем какие-то? Нет, деревья мы рубить не можем. А-а-а, они телепортировались. Типа яма их телепортирует обратно в начало, ребята. Представляете? Так, четвертая волна, хорошо. Теперь мы можем, наверное, рубить дерево. Так, давай-давай-давай, быстрее-быстрее руби с деревца. Так, чтобы остановить разрушение объекта, нажмите на него еще раз. Так, понятно. И теперь давай стреляем этих чуваков. Угу, понятно. Нажмите, чтобы завершить обучение. Все, окей. То есть это была, друзья, обучалочка. Мы с вами ее прошли, теперь добиваем это дерево. Так, пятая волна, ничего себе. Так, стоп-стоп-стоп, останавливаем и стреляем машинку. Так, машинка уничтожена. Стреляем другую машинку и стреляем еще одну машинку. Блин, да сколько там машинок, а? Сколько там машинок, ребятки? Так, эту штуку нужно добить. И теперь стреляем машинку. Та-дам! Блин, она проехала. Капец, ребята, она проехала. Мы что, проиграли с вами? Шестая волна.
А, 9 здоровья, друзья, у нас осталось. Так, новая пушка. Мы поставили сами новую пушку. Мы, кстати, можем ее прокачать, когда у нас будет 100 монеток. Либо можем продать. Но я думаю, что мы с вами лучше ее прокачаем, конечно же. Вот теперь мне эта игрушка, друзья, начинает нравиться. Так, еще один раз, и мы с вами ее сможем прокачать. Давай, давай. Все, есть прокачечка. И вот теперь у нас две пушки. Отлично. Так, дрова мы можем, в принципе, с вами рубить. Я понял. Так, ты давай. Короче, ой, я что, ее продал, ребята, я ее продал. Ай, блин, капец. Зачем я это сделал, я не понимаю. Я продал, короче, свою пушку. Я не туда нажал, короче, я хотел сделать вот так вот, да, чтобы они уничтожали. Стоп, 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 не-не-не-не, добивайте, 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 волну, волну ставим. Так, эту волну я могу куда-то поставить или нет? Ой, ребята, уже 7 жизней у нас осталось, представляете? Капец, они все нападают и нападают. Ладно, ты, короче, что ты можешь делать? Угу, пока мы улучшать их не можем, давайте мы пока дерево это уничтожим, а теперь вот все-все-все-все, дерево уже не уничтожайте. Ай, блин, одна, короче, проскочила, к сожалению. Ладно, ладно, 9-я волна пошла, ребятки, мы с вами поставили еще одну пушечку. Вот, короче, между... Сейчас через нас никто не проскочит. Ну, собственно говоря, вот такая вот, друзья, игрушка. Я не хочу здесь очень долго задерживаться. У нас еще впереди 6 крутейших игрушек, поэтому давайте мы будем ее закрывать. Открываем тогда следующую игру. Это у нас Tiny Battle. Я уже немножко поиграл. У нас есть с вами, смотрите, какая мощная армия. Кстати, мы можем купить еще одного бойца. Отлично, мы его купили, можем его прокачать за видосик. Ну, нет, прокачивать мы его не будем. Давайте нашего бойца мы поставим где-то вот сюда вот. И все, в принципе, бой. Смотрите, друзья, сейчас на нас будут нападать. Ну, как бы не на нас будут нападать, а будут вот такие вот бойцы пробегать. Эта игрушка чем-то напоминает ту игру, которая была вот только что, да? Которая вторая была. Но здесь немножечко там и графика получше, и все остальное. Ну, и сам сюжет мне здесь больше нравится, потому что здесь еще там боссы есть, ребята, которых мы обязательно будем уничтожать. О, отлично, смотрите. В 3 раза мы улучшили наши денежки. Так, давайте мы купим себе... Так, что мы можем себе купить? Давайте мы тогда купим себе этого бойца какого-то... А, не-не-не, мы прокачали. Мы с вами просто прокачали его. Ладно, прокачали там мы что-то с вами. А в следующий раз, получается, вот после этого, как мы уничтожим вот этих вот бойцов, мы тогда, друзья, с вами купим себе еще какого-то бойца. Мы их объединим просто. Смотрите, вот эти еще... Даже не атакуют, представляете, вот эта вот моя армия, они, кстати, улучшенные 3 раза, вот эти вот бойцы, они, грубо говоря, вообще их не пропускают, вы видели, как они их раскромсали мощно? Так, плюс 1, ну, это тоже, в принципе, нормально, ладно, давайте, друзья, мы с вами купим все-таки нового бойца, это у нас лучник, хорошо, 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 так, лучника мы, в принципе, поставим вот сюда, вот пусть стреляет, а этих бойцов мы тоже можем поставить, друзья, вот сюда, вот, да, пусть они тоже вот атакуют именно, так, все. В бой, моя Спарта, и сейчас вот просто все начинают их стрелять. Этот вообще какими-то, не знаю, смотрите, шарами стреляет. Они замедляются, наверное, либо что. До этих даже особо не доходят, вообще никто не доходит. Осталось 20 врагов. У нас 15, получается, бойцов. Ну, конечно, мы их порвем всех. Друзья, постараемся дойти до босса и уничтожить его. Так, что я могу... Здесь еще купить себе. Могу купить нового бойца. Отлично. Теперь смотрите, что можем делать. Мы можем объединять этих бойцов. Так, вот сюда вот. Все, мы их объединили. Они типа прокачались. Это неплохо. Теперь они будут еще сильнее гасить. Смотрите, бум. 64 врага, ребята. О, это, кстати, рекорд. По-моему, что еще так много на меня врагов не нападало. Ну, это хорошо, потому что чем больше врагов, тем больше денежек. А чем больше денежек, тем больше новых бойцов мы себе с вами купим. Ребята, вы представляете, когда это будет какой-то, не знаю... Там сотый уровень, это какая будет громадная у меня армия. Ребятки, еще 2 раунда, и мы с вами купим себе бойца, представляете? О, что за бомбер? Блин, бомбардировщик какой-то. Ладно, бомбардировщик, давай я тебе поставлю. А, стоп, мы их сейчас объединим. Да, мы объединили в одного, смотрите, какой он теперь мощный будет. Ё-моё, смотрите, гигантище, просто гигантище. А, он быстрее начинает стрелять, ребята. Вы видели? Так, 60, по-моему, 70 врагов было. Они уже с коронками бегут. Видите, некоторые с коронками. Это значит, что они прокачанные. Да, это значит, что они не обычные бойцы, а прокачанные. Либо быстрее бегут, либо у них больше здоровья, либо там... Ну, короче, они сильнее, да. Так, ребятки, скоро будет босс. И мы с вами обязательно с ним сразимся, да. Мы его уничтожим. Там, покупаем себе нового бойца. Так, отлично. Мы можем даже купить себе еще одного бойца, ребята. Смотрите, да, можем себе позволить. Почему бы и нет? Так, отлично. У нас уже есть... Сколько лучников? Так, это одинаковые чуваки, мы их объединяем. Так, эти вроде бы... А, нет, это копейщики. Так, и, в принципе, давайте мы тогда, знаете, как сделаем? Давайте мы сделаем вот так вот, а этого поставим вот сюда. Вот, все, вот теперь в бой. 91 враг, ребята, представляете? Но они не пройдут, я их быстренько уничтожу. Друзья, почему я хочу дойти до босса? Потому что, ну, тут обычно боссы драконы, а драконы очень сильные. И вот мне интересно, моя вот эта вот нынешняя армия, она сможет остановить драконов? Потому
что я помню, что когда... Ну, это уже второй босс, которого я буду уничтожать. Помню своего первого босса, друзья, я бил очень-очень долго. Реально, прям безумно долго. Так, ладно, денежки наши удвоились в два раза, это неплохо. Так, что мы тут себе можем что-то прокачать? Йо, перфект. Короче, что-то еще бойцов каких-то прокачиваем. Ладненько, ребятки, и старт. Так, о, босс пошел, ребята. Это такой босяка? Ничего себе, какой он мощный, ребята. Но мы, к сожалению, с вами его не остановим, походу. Да, он дойдет до сундуков. Блин, и мы проиграли. Ну, да и ладно, ребят, закрываем эту игрушку, открываем другую. Друзья, это у нас Робери Боб. Нам нужно, получается, с вами грабить. Да, грабить, чтобы проходить эту игру. Ладно, четвертая миссия. Мы с вами остановились именно на ней. Стараемся ее пройти. Если мы пройдем быстро с вами эту миссию, то тогда мы пройдем еще и пятую. Ладно, давайте мы это быстренько все промотаем и погнали, короче. Так, а, я вижу, что здесь уже камеры есть, да, камеры наблюдения. Хорошо, хорошо. Так, давайте мы зайдем сначала вот сюда. Стоп, чувак, ты чё? Ты чё пролагиваешь вообще? Давай вот сюда вот заходи. Да, тут я заметил, что тут есть денежки. Так, отлично. Друзья, тихонько себя ведем, очень тихонько. Так, давайте мы нажмем на эту кнопочку. Так, все, мы на нее нажали. И чё? Чё случилось? Я, походу, понял, друзья, что тут нужно сделать. Да-да-да-да-да-да. Походу, что, друзья, мне стало понятно. А, стоп, в полицию сейчас наберет. Блин. Так, друзья, убегаем, пока что убегаем. Я чувствую, что мы очень будем с вами долго проходить эту миссию. Очень долго. Так, все, подрасслабьтесь там. А где там полицейский тут? Так, никак не могут успокоиться. Так, все, отлично, они успокоились, ребята. Так, хорошо. Давайте будем думать по-другому, как же нам тут поступать, а? Как же нам тут поступить вообще? Так, он сейчас может меня заподозрить, может меня запалить. Нам нужно как-то вот эти вот блоки передвинуть, что ли? Так. Он ходит по кругу, в принципе, да? Так, оп, а мы сейчас вот так вот делаем. Отлично, он нас вроде бы пока... Блин, он нас увидел, ребята, он нас увидел. Да капец, да как же так? Сейчас что, полицейский? Сейчас полицейский нас будет ловить. Ай, все, нас поймали, бучер. Нас отдубасили, ребята. Короче, нам нужно просто какой-то предмет вот на эти камеры поместить. Вот сюда вот именно, да. Вот видите, когда мы сюда что-то помещаем, камера перестает работать. Так, хорошо. Так, а если мы будем за этим чуваком ходить вот так вот потихонечку, потихонечку. И зайдем, например, вот сюда, вот, оп. Так, тут у нас полицейский. Отлично, так. А нет, не полицейский, это, друзья, не полицейский. Это кто-то другой. Так, нам с вами нужно похитить вот те вот предметы. А, у него такой радиус маленький, да, вот этого чувачка. Я понял. Так, друзья, я, в принципе, понял. А как мне туда вот попасть, а? Как мне туда попасть? Может быть, вот так вот? Давай, 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 давай. Оп, все, есть, ребята, есть. Мы с вами это сделали, представляете? Капец, какие мы с вами все-таки молодцы. Так, дальше. А, вот эту штуку нужно затолкать, ребята. Вот эту вот штуку нужно вот сюда вот затолкать. Так, поехала жара. Так, отлично. И чё, куда она там приедет, ребята? Она приедет туда, куда нам нужно или нет? Давайте будем следить. Да, скорее всего, что она приехала туда, куда нам нужно. И теперь мы сейчас будем выходить аккуратненько. Ребятки, выходим. А, блин! Да, блин, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он сейчас меня может поймать, ребята. Он меня сейчас поймает. А может быть и не поймает. Так, убегаем. Полиция! Пришла полиция и нас повязала. Блин. А, печально, ребята, печально. Давайте так. Третья попытка, ребятки. Бог любит троицу. Постараемся еще с третьего раза это все сделать. Но мы с вами уже знаем, что тут нужно делать. Сейчас по-бырому это все провернем как-то. Так, идем за этим чуваком. Так, идем за ним. Аккуратненько идем, 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 идем. Так, главное, чтобы он нас не заметил. Так, хорошо. Теперь заходим вот сюда. Вот перейдем сюда. Вот дожидаемся. Пока что, ребятки, дожидаемся. Управление немножечко пролагивает вот это вот наше. Так, хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, заходим сюда. Отлично, это мы затолкаем. Вот, заталкиваем. Так, все. Вот теперь, ребятки, будем... Ай, блин! Он меня дубасил. Ладно, ребят, закрываем эту игрушку. Открываем тогда другую игру. И это у нас Knife Hit. Кстати, это, друзья, очень залипательная игрушка. Смотрите, что здесь нужно делать. Главное не попадать в свои же ножи. Да, если мы попадем в нож, то мы тогда проиграем с вами, ребятки. Все предельно ясно и понятно. Опа, 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 опа. Есть, идеально. И сейчас будет босс. Босс файт. Опа, опа, опа. Юху. А, вот, вот сейчас босс файт, ребята. Так, оп. Так, хорошо, оп. А, сразу проиграл, блин. Че я поторопился, ребята? Ну, зачем я поторопился? Скажите мне, пожалуйста. Зачем я это сделал? Ну, согласитесь, друзья, залипательная игрушка. Очень залипательная. Хочу в яблочки попасть все. Хочу эти два яблочка выбить. Юху. Есть. Так, я думаю, что босс-файт мы сейчас обязательно с вами пройдем. На третьей сцене, друзья, врезались, да капец. Они постоянно разные, вот видите, вот эти вот сцены, либо вот эти вот бревна, короче.
Так, хорошо, 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 хорошо. Так, четвертая сценка, ребятки. Так, 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 так. Отлично. И теперь вот у нас босс-файт. Так, друзья, главное, не торопимся. Главное, не торопимся. Все делаем аккуратно, ребятки. Все делаем предельно аккуратненько. Так, 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 так. Угу. У меня там еще много ножей есть. У меня прямо очень еще много ножей есть. Попали туда. Так, еще три, еще три. Опа! Блин! Ребят, давайте еще один разок. Как говорится, Бог любит, я не знаю, это уже не троица, наверное. Блин, давайте все, последний раз, ребят. Честное слово, последний раз. Просто не торопимся. Думаем. Ну просто реально игрушка настолько залипательная, вот очень залипательная, ребят. Так, это мы разбиваем. И все, прошли, прошли дальше. Так, сейчас эти яблочки нужно разбивать. Так, отлично, еще один нож. Блин, все, закрываем эту игрушку, ребят, открываем другую. Ребятки, давайте мы с вами сегодня пройдем миссию, которая называется Spider Prank. Давайте, друзья, посмотрим видосики. Нам с вами нужно запоминать, где она вообще находится. И что нам здесь нужно брать. Она находится наверху. Значит, она смотрела телек. Find the spider. Ну, хорошо, мы можем его либо найти, либо мы можем его купить. Но я думаю, что нам нужны перчатки для того, чтобы этого паука найти. Так, а, glow нам нужно было найти. Так, you may find spider upstairs. А мы можем купить вообще этого паука? Либо нам все-таки нужно его найти. Так, нам нужно найти паука, и он, скорее всего, что находится наверху. Я понял. Значит, наверх мы с вами сразу и полезем. Так, давайте мы на крайняк возьмем ключик, может быть, он нам пригодится. Так, есть еще какие-то подсказки? Так, да, the spider is in torture room. О, ну так-то более понятно. Хорошо, сейчас, друзья, постараемся с вами найти torture room. Так, а вот и torture... А, нет, стоп-стоп, я не могло мне так повести прям сразу, ребят. А вот и torture room, отлично. Так, паучок. Привет, паучок. Так, как бы мне тебя тут взять, а? Так, ну, я, по идее, его нашел, ребята. Так, стоп, 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 стоп. А как мне вот его взять? Это уже другой... А, вот, все, отлично. Так, берем его, берем... Блин, блинский. Так, берем паука. Ой, оп, есть. Так, отлично. Pick in the book she was recently reading. Я понял. Нам нужно найти книгу, ребятки. Так, нужно найти книгу. Так, она сейчас будет выходить отсюда. Ребята, она сейчас будет выходить. Где-то вообще даже может быть, что она будет возле нас лазить. Так, иди вообще на низ, подруга, ты чё? Так, вот, ребятки, куда она идёт? Ребята, мы с вами не могли найти эту книгу на втором этаже, потому что она была на первом, представляете? Короче, так, смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно... The book is right next to glass. Короче, вот, которая рядом с книжкой. Вот сюда нам нужно поместить. Ой, нет, стоп, 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 книжку эту мы ставим обратно. Вот паучка берем. И паучка помещаем вот в эту вот книгу. Так, все. Вот теперь, ребята, нам нужно сваливать отсюда. И очень быстренько сваливать. Так, по идее, мы выполнили все. Да, мы выполнили все верно. Просто я такой, знаете, уже, друзья, столько этажей, столько раз намотал те этажи и никак не мог найти нужный, этот, как его, нужную книгу. А оказывается, что она была на первом этаже. Смотрите, наша училка подходит сюда вот. Та-дам! Это клюк какой-то был. Два паука, смотрите. Вот один паук, и вон еще второй паук. Да, мы с вами прошли эту миссию. Отличненько, ребятки. Ладно. Закрываем тогда эту игрушку, открываем следующую игру, и это Бравл Старс. Первую катку Бравл Старс мы с вами поиграем в Бравл Бол, играть мы будем за Джеки. Друзья, мне кажется, что этот боец как бы подходит к этой вот игре, потому что она, получается, бьет сразу кучу игроков. Это то, что нам и нужно. Смотрите, мы сейчас сюда вот подойдем и будем сразу вот кучу гасить. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, мяч у кого? У нашего бойца. Давай, беги, беги, чувак, наперед. Беги наперед, я быстренько сейчас заспамнюсь. А ну-ка. Забьет он гол? Нет, все, его уничтожили, походу. Да, друзья, его уничтожил гул, но ничего, мы сейчас этого гула тоже отдубасим. Так, вот сюда вот иди, иди, чувачок, все, бери мяч, так, кольта я беру на себя, блин, капец, ребята, что за, нам что, сейчас гол забьют, блин, нам забили гол, ребята, а все так красиво начиналось, ладно, мне кажется, что Джеки, она не совсем хорошая, в принципе, для этого режима, да, даже вообще не хорошая. Так, ну же, все, мяч у нас, погнали, погнали наперед, все троем бежим сюда вот. Сейчас мы будем прикрывать, давай, 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 я прикрываю, забивай гол, ультуем, блин. Мяч снова у нашего, давай, 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 чувак, забивай гол, блин, да не тупи, чувак, не тупи, серьезно, заходи, есть. Алексис Плей забил гол. Ребята, они реально так жестко тупят, что это просто капец. Так, все. Подходим сюда, да, попытка номер два, стоять, стоямбе, все, мы их размочили.
Пробегаем, ворота открытые. Отлично. Ребята, отлично. Мне кажется, что я буду звездным игроком. А, нет, это подруга звездный игрок. Ну, главное то, что мы с вами заработали, в принципе, жетончик вот такой вот. Вторую катку, друзья, мы будем с вами играть за Кольта. Будем играть в столкновение. Так, я вижу первый сундук, который я могу залутать. Да, это мой сундук, персональный сундучок. Все, есть. Так, мы его с вами залутали, отлично. Теперь, о, Эль Примо, привет, чувак. С тобой бы я бы, в принципе, бы не прочь побороться. Так, ладно, ну, либо же, куда мы пойдем? Там два Эль Примо, ого, ничего себе, ребята. Ладно, давайте мы залутаем быстренько этот вот ящичек. Лутаем его и залутаем еще один ящик. Давай, давай, быстрее перезаряжайся, отлично. У Кольта есть способность. А, это быстрая перезарядка, ребят. Я понял, то есть мы можем с вами стрелять, вот так вот стрелять, стрелять, стрелять. И потом резко еще перезарядиться, да? Так, хорошо. Ну, о, Розочка, Розочка, привет. Так, не-не-не-не-не. Ну, если хочешь, я могу с тобой посоревноваться. Если прям сильно хочешь, давай-давай-давай, чувак, все. Отлично, мы его замочили. И теперь у нас есть ульта. Так, ульту мы пока что, друзья, с вами использовать не будем, да? Так, а вот скоро мы ее используем. Так, Коль, привет, давай-давай-давай на кольта используем ее. Ай, блин, если... у него тоже была ульта, походу, ребята. Короче, немножечко затупил, ладно. Ну, главное то, что мы взяли с вами хотя бы пятое место. Это уже, в принципе, радует. Давайте мы тогда с вами поменяем, например, персонажа и выберем Шелли. Да, почему бы нет, выбираем Шелли и поиграем за нее. Вот этот же самый режим, ребятки. Это будет последний режим на сегодня. И потом там у нас, по-моему, еще одна игрушка осталась, да? Майнкрафт, если я не ошибаюсь. Так, ладно, что-то сундуки очень далеко от меня. Что за приколы вообще? Что это за дискриминация такая? Я не понял вообще, что они от меня... так далеко находится. Так, ладно, ребят, не беда. Мы с вами должны выиграть. Мы же с вами профи, правда? Мы с вами просто мега-профи. Я прям уверен в этом. Давайте сейчас будем лутать следующий сундучок. Подходим прям вблизи. И так, оп-оп, есть. Еще три баночки. Ё-моё, смотрите, ребятки. Три банки сейчас будет у нас с вами. Бонусы, такие прям мощные бонусы. Так, лутаем следующий сундук. Я уже с двух выстрелов, наверное, могу сундук залутать. Смотрите, ну практически с двух выстрелов, ребята. Практически с двух. Так, оп, оп, убегаем, убегаем. Так, уйди от меня, уйди от меня. Так, я могу свой жетончик использовать. И давай, 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 есть. Я его уничтожил, друзья, если бы не... ой, жетон, гаджет. Если бы не мой гаджет, ребята, было бы все очень и очень печально. Так, эта подруга, у нее есть ульта перезаряженная. Значит, вряд ли мы с вами ее поймаем. Так, ребятки, подходим сюда вот и стреляем его. Оп, так, хорошо, хорошо, давайте мы залутаем еще эту штучку одну. Так, чувак, подходи сюда ко мне, не хочешь? Ну, ладно, ладно, пока. Пока, может, в принципе, не подходить, если там, если не сильно хочешь подходить. О, сейчас будет прикольно, ребята, сейчас будет кому-то хана, мне кажется. Эль Примо сейчас будет хана, потому что его загоняют. Его загоняют в тупик. Да, блин, отстань, чувак, от меня, реально, отстань. Сейчас робот пойдет, сейчас робот пойдет. Оп, 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 бум. Так, он погиб. А-а-а! Зря это сделал, ребята. Есть, я ее уничтожил, ту подругу. Блин, ребят, ну, к сожалению, первое место мы с вами не взяли, да. Взяли четвертое место. Ну, не беда, главное, что хоть какое-то. Ладно, ребят, закрываем Бравл Старс. Открываем другую игру, последнюю, и это у нас Майнкрафт. Друзья, ну сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в одну из моих любимых мини-игр, которая называется Lucky Island. Ребятки, я очень сильно надеюсь, что вот эти вот лаки-блоки, которые мы с вами будем разбивать, будут счастливы. Но чтобы они наверняка были счастливы, пожалуйста, кто еще не поставил лайк, обязательно ставьте его. Так, это у нас еще яички, да. Так, скелета и овцы. Ну, овцу можно призвать, в принципе, мы с вами ее потом можем уничтожить. И, может быть, добудем себе мясушка там какое-то. Так, хорошо, это хоть какая-то броня, ребята. Давайте мы это все экипируем. Так, отлично. Хоть какая-то броня, лучше что-то, чем ничего. Так, ну и, в принципе, 3 снопа сена мне хватит. Я обычно по 3 снопа... ой, тут 7, капец. Ребят, смотрите, сколько у меня пшеницы, да капец. Ё-моё, сколько тут хлебушку будет. 16 хлебушка, я в шоке. Так, ладно. Что тут мы с вами можем еще себе залутать? Так, все, это все лаки-блоки. Не, друзья, не может быть. Тут где-то по-любому должен быть вход. Так, барашка, ты пока что уйди отсюда, потому что ты мне реально мешаешь. Так, а вот, 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 ребятки, вот еще один лаки-блок. Отлично, отлично, лутаем его. Мне бы какую-то оружку. Так, ну ладно, это зельки, так, зельки вреда. Может быть, они нам еще пригодятся. Так, 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 так. К нам еще в гости никто не идет, ребята? Нет, в гости к нам еще не идут. Так, но это еще не все. Там что, проход? Или что? Это мне сюда вот нужно зайти? Я просто не понимаю. Наверное, что сюда, да? Давайте посмотрим. Странно то, что этот проход закрыт, ребят. Очень странно. Так, давай, 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 быстрее разбивайся. Да, да блин, да как мне туда попасть? Как мне попасть? Где-то тут должны быть ступеньки. Это по-любому должны быть ступеньки. Так, еще 6 бойцов осталось. Ребята, да что за приколы вообще? Что за приколы? Как мне попасть внутрь? Блин!
Не может быть, что так мало лаки-блоков. Просто быть такого не может, ребята. Я уверен на 100%. Так, где же они? Вот по-любому где-то есть вход, а я просто его не вижу. Я бегаю возле него по-любому. Вот. А найти не могу. А вот еще, видите? Вот, ребятки, что я вам говорил? Что тут есть еще лаки-блоки. А, блин! Это плохие лаки-блоки, ребят. Это очень плохие лаки-блоки. Так, чувак, что? Блин, все. Да он меня просто уничтожит. Это чувак, да, он меня... А, блин, зелька исцеления. На тебе, блин, отравлю хотя бы тебя. Хотя бы, да, хотя бы его проклянем, ребята. Так, короче, так, нужно вылазить вот сюда. Вот, барашка, спасай меня, родимая, спасай меня, родименькая. Короче, друзья, что могу сказать? Мне с лаки-блоками вообще не повезло. Да, ты съел мою барашку? Ладно, хотя бы мясо, друзья, мы с вами заберем от нее все, восстанавливаем здоровье. Блин, а что за приколы? Где вообще подземный ход? Там под ним должны быть какие-то там, не знаю, лестница там с лаки-блоками. Такого нету, ребята, этого нету. Почему этого нету, я не знаю. Так, ладно, давайте будем тогда, может быть, с вами прыгать. Давайте будем туда вот идти где-то наперед. Короче, сюда, сюда, сюда и вот сюда, да. Так, можно еще поставить сноп сена, я думаю. Да, поставим еще сноп сена и поставим еще шерстку. Так, все, и теперь, ребятки, запрыгиваем на этот остров. О, отлично. Давайте мне еще какой-то меч. Срочно мне меч еще, пожалуйста. Так, эндерники какие-то, ребята. Ну, смотрите, какие несчастливые блоки. Я в шоке. Как мне отсюда... О-о-о! На один удар! Вы что, издеваетесь? На два удара, ребята. Этот меч на два удара, который еще наносит по 4 урона. Короче, ерунда еще та. Мы с вами можем его зачаровать, не знаю, хотя бы на 3 удара, пожалуйста? Нет, ребят, мы с вами не можем его зачаровать, к сожалению. Так, а как нам выбраться отсюда? Я, если честно, я не понимаю, как нам выбраться отсюда. Так, барашку эту можно оседлать. Так, хрюшка, барашку говорю. Так, короче, ладно, слазим с этой хрюшкой. Можно ее уничтожить. Ого! Так, еще один удар, и все. И мне, в принципе, хана. Так, мы можем как-то туда вот, туда закинуть это все? Не, а, смотрите, у чувака свинозомби там появился какой-то. Блин, жесть. Ладно, ребята, сегодня какие-то несчастливые лаки-блоки, поэтому на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока. Я делаю харакири. У-у-у!